дышится легко, но сидит плотненько так. Андрей Иванов первым делом опробовал маску на себе. Уникальная технология пошива, обработка серебром, использование в течение недели. Эти маски сейчас жизненно необходимы всем социальным и медицинским службам округа. Пока нам предложили 1000 масок в качестве благотворительной помощи в неделю, эти маски можно стирать, то есть их будет реально хватать на неделю, 5-6 стирок. Мы от этой помощи не отказываемся, но сразу вышли с конкретным конструктивным предложением и готовы разместить здесь большой заказ на десятки тысяч масок, чтобы обеспечить все наши потребности на несколько месяцев вперед. И для полиции, и для сотрудников ГИБДД, для тех, кто работает на скорой помощи, и, конечно, для наших медиков, которые каждый день на передовой в борьбе с коронавирусом. Маски прошли лабораторные испытания и доказали свою эффективность. Дополнительно проводятся исследования, насколько надежно они защищают человека от коронавируса. Результаты производители получат ровно через неделю. А пока это реальная помощь в непростое для всех время. В том году буквально у нас появился заказчик, который захотел, чтобы мы изготовили маски, когда вот в Китае началась пандемия. Уже слухи. То есть, и мы начали разрабатывать, то есть, отправлять. То есть, где-то запросили, вот прошли сертификацию добровольную. Вот, и заказ у нас слетел. Вот. А сейчас как-то вот надо было и решили оказать гуманитарную помощь нашему городу. Помощь пришлась кстати. Масок действительно не хватает. Особенно социальным и медицинским службам. Дополнительная 1000 масок в неделю закроет потребность этих служб до конца месяца. Конечно, такая позиция бизнеса заслуживает огромного уважения. Хочу подчеркнуть, что цены на продукцию не будут подниматься, они будут такими же, как и до объявления пандемии коронавируса. И это тоже такая гражданская социальная ответственность собственников этого предприятия, руководства предприятия перед жителями нашего округа и перед медиками. Ей нужно поменьше. Дышать, да, лучше, чем... Конечно. Потому что маска другого уровня, это тканный материал, это хлопок. В маске действительно дышится легче. Материал гипоаллергенный. Каждое изделие сшито вручную и обработано серебром. Надежная защита, считают специалисты. Мария Шматкова, Денис Харламов, телекомпания «Одинцова».